Episcopus Regensis, salutationem cordis tibi, princeps Smith. Римский епископ, папой римским окормляемый, шлет тебе, князь, сердечный привет. И ему привет сердечный. Акципи доно либром де сакрис, белис нострорум милитум. Прими в дар книгу о крестовых походах. Субкруцис вексилио. Славного рыцарства. Надеется его святейшество, что раз прибылые позабыв, все-таки придешь ты в лоно истинной церкви, обратишься в латинскую веру и будешь примером благим для подданных твоих. Который раз вы ко мне уже с этим приходите? А чем же наша вера плоха? Доселе никто не жаловался. Мы в ваш монастырь со своим уставом не лезем. Чего же вы суетесь? Вера наша пользу великую может дать. Будешь ты князь королем новгородским. А в случае нужды папа римский против монголов силой воинской поможет. Вера наша великую пользу дать может. Монголы враги наши, а веру нам свою не навязывают. Подумай, князь, не ошибиться бы. И пример благой есть. Пскова князь Ярослав Владимирович нашу веру принял. Князь тот, враг отца моего. Ярослав, русскую землю он предал. К примеру его, я не последую. Ратмир воротился. Значит так. Веру мы вашу не примем. Так епископу и передайте. У нас своя вера есть, и другой нам не надобна. С тем и ступайте. В Новгороде я вас больше не держу.